Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. У микрофона Юрий Рашкин. И это программа «На троих». «На троих» означает Михаил Трипольский, Юрий Рашкин и Дмитрий Сорокин. Добрый день, друзья! Здрасте, здрасте! Привет! Ну что ж, давайте начнем с самой такой важной темы сейчас, потому что жизнь человека в опасности и будущее тут в определенном балансе. Алексей Навальный сейчас, ситуация у него вроде бы ухудшается. Идет информация о том, что хуже и хуже. И Белый дом только что выпустил заявление о том, что будет считать Кремль подотчетным за то, что произойдет с Навальным. Дима, как ты рассматриваешь эту ситуацию на данный момент? Что происходит? Ты сочувствуешь Навальному или ты думаешь, зачем он туда влез? И так понятно было, что произойдет. Давай по порядку. Юр, ну ни для кого не секрет, что я последовательно критиковал Навального за те моменты, в которых я с ним крайне не согласен. Это и Крым не бутерброд, это и его национализм, это и его стремление участвовать в так называемых выборах в России и многое-многое другое, включая его персональную индульгенцию Путину, о которой он объявил очень давно. Но, тем не менее, мое несогласие с Навальным по некоторым политическим вопросам абсолютно не значит, что мне наплевать на то, как складываются обстоятельства его жизни, на то, как его пытают, на то, как его фактически убивают. То есть я категорически противник путинского режима в этом отношении особенно. Поэтому вот то, что лечащие врачи Навального заявляют о том, что его жизнь находится уже в непосредственной опасности и в любое время может случиться остановка сердца, связанная с тем, что он голодает уже больше, чем полмесяца, а он держит такую голодовку, согласно которой он может только пить воду, это его собственное решение. Конечно, конечно, мое сочувствие на стороне Навального, как бы я относился к нему как политику. И, конечно, в этой связи вот это знаменитое письмо, которое подписало более 70 деятелей культуры и искусства, направленное в адрес президента Российской Федерации с требованием или с просьбой, как угодно, сохранить жизнь Алексея Навального, допустить к нему лечащих врачей, которых именно он предпочитает видеть, а не этих псиновских тюремных лекарей Коновалов. То есть, конечно, мои симпатии на стороне тех людей, кто сочувствует Навальному, тем, кто переживает за его жизнь, за его здоровье. И понятно, что в этой ситуации говорит о том, что а зачем он это сделал? Ну, речь идет не только о возвращении его в Россию, но и о голодовке. Давайте немножко поясню этот момент. Решение Навального вернуться в Россию было продиктовано, с одной стороны, требованием ФСИНа к нему, то есть федеральной системы исполнения наказаний. С другой стороны, это было личное решение Навального как политика вернуться в ту Россию, в которую он претендует на некие там политические крупные посты в дальнейшем. То есть мы сейчас говорим не столько об этом, сколько о его решении все-таки взять эту голодовку. Это решение отчасти его самостоятельное, с другой стороны, это решение отчасти вынужденное, потому что у зэка в условиях колонии, в условиях тюрьмы нет никакого другого способа, кроме как писать какие-то жалобы, заявления, петиции и все такое прочее. И крайняя мера – это голодовка. Никаким образом другим вы ни на администрацию тюрьмы, ни на администрацию президента, ни на ту же самую широкую общественность воздействовать не можете. И вы знаете, что Навальный, в частности, писал жалобы в отношении того, что ему не предоставляют возможность пользоваться его же медикаментами, его же книгами. Достаточно много шума произвело его заявление о том, что ему не дают его личную копию Корана или его личный вариант Корана, то есть его принадлежащую ему книгу, которую он хотел как бы более глубоко ознакомиться, находясь в заключении. Так вот, ему не дают ни читать, ему не дают тех лекарств, ему не дают даже тех методичек, которые были предписаны врачами для того, чтобы делать какие-то упражнения, облегчающие ситуацию с его ногами, с его там, с позвоночником и так далее. Ни лекарств, ни врачей, ничего. Плюс он еще взял эту жесткую голодовку и фактически сейчас находится, ну, может быть, даже на грани жизни и смерти. И с этой точки зрения, мне кажется, ситуация гораздо серьезнее, чем с тем же Олегом Сенцовым, о котором, если Миша помнит, я постоянно упоминал в нашей передаче «Трамплин», когда он тоже держал очень длительную голодовку.
Почему? Потому что ровным, так же, как и с Олегом Сенцовым, к Навальному может быть применено насильственное или принудительное кормление. Разница заключается только в одном, на мой взгляд. Если Олега Сенцова путинский режим показательно осудил, неправедно, но показательно осудил к астрономическому сроку в 20 лет и относился к нему как к такому показательному политическому заключенному, жизнь которого путинскому режиму в принципе была не актуальна, но и убивать его смысла особого, мне кажется, режим не видел, то в ситуации с Навальным режим будет не против избавиться от Алексея даже путем вот его собственного решения о голодовке. Что будет завтра? Подействуют ли вот эти письма, обращения, многочисленные пикеты, которые проходят по всему миру в поддержку Алексея Навального и против, естественно, вот этих санкций со стороны путинского режима к Алексею Навальному, никто не знает. Я хочу сказать, что вчера мы, политические активисты, которые живут здесь, в Нью-Йорке, проводили свою акцию на Манхэттен-Бич, писали письма поддержки заключенным, провели телемост. Дело в том, что такие акции сейчас проводятся не только в Нью-Йорке, они проводятся и в Бостоне, и в Берлине, там, где раньше была знаменитая Берлинская стена, сейчас устроен такой демократический лагерь, в котором люди бессменно собираются как минимум месяц простоять палаточным лагерем, вот, требуя освобождения Алексея Навального, требуя допуска к нему лечащих врачей. Что будет дальше? Посмотрим. Ты правильно упомянул слова Байдена о том, что если, не дай бог, с Алексеем Навальным в заключении случится что-то ужасное, то это путинскому режиму не сойдет хотя бы даже с позиции современной американской администрации. Посмотрим. Миша? Хорошо, Миша, тогда вот у меня к тебе такой вопрос, как бы перебросить это. Вот люди проводят акции, люди подписывают, но мы знаем, что Путину и Кремлю, ну, как-то начихать. Но с другой стороны, встреча с Байденом для такого диктатора, как Путин, это именно та валюта, которая, так сказать, конвертируемая валюта, чтобы другие цари увидели, что он на сцене с царями, и свое население увидело, что вот какой он большой, могущественный. Тебе не кажется, что это намного более важная такая угроза потерять встречу на большой мировой арене, чем петиции, протесты и так далее? И может ли такое сработать? Ну, честно говоря, не совсем понятно, будет эта встреча. Но последнее сообщение, вот американские представители говорят, что на вопрос, когда эта встреча состоится, как-то отвечают так обтекаемо, возможно, посмотрим, когда будет время. Пока не совсем очевидно, что она вообще состоится, эта встреча. Может быть, состоится, может быть, нет. Вот мы знаем, например, может, не все знают, что Путин рассматривает возможность, появилась информация сегодня, что он рассматривает вероятность, возможность появления на саммите по климату, который состоится в 20-х числах апреля. Его Песков сказал, что Путин, возможно, я это слово часто сейчас повторяю, возможно, что он такую опцию рассмотрит и примет участие. Если он примет участие в этой встрече, то шансы на, я думаю, на саммит Путина и Байдена повышаются. Если он не примет, то сомнения остаются вообще, потому как неясно, ли эта встреча будет иметь место и вообще, насколько эта встреча поможет, так сказать, разрядке напряженности в отношении Навального. Я не знаю, Путин закусил у дела, мы это видим, он играет сейчас ва-банк, тем более, когда я читаю про сообщения, я их у себя на Фейсбуке размещаю о том, что вот ты читал вот, интервью Альбац с Вильгауром, который в своем интервью рассказал о планах, которые уже реализуются, о развертывании российских войск, и что это акция показательная, специально показывают миру и Украине, что мы готовы к войне, потому как армии российские развернуты по всей России, идет активная подготовка к удару по Украине. Возможно, этот удар не состоится, хотя если я помню, когда я читал книги про период 40-41 год, о том, как есть версии, это, ну, сейчас у меня есть стороны, но о том, что когда Сталин начал армию развертывать, когда шли эшелоны на запад, то некоторые историки говорят о том, что
если армия развертывается, то для того, чтобы нанести удар. Естественно, только можно сыграть на опережение, как сделал фюрер германского народа и ударил по Сталину раньше. Понимаешь, поэтому в этой ситуации вообще какая-то необычная. С одной стороны, говорят о переговорах. Проблема с Навальным. Развертывание российских войск, которые стекаются к украинской границе и в Крыму. Мы знаем, армию перевели с Кавказа, как это, 58-я общевойсковая армия. Объяснения никакие, мол, это учение, но слишком уж Россия готовится. Я не знаю, знаешь, честно говоря, для Путина жизнь Навального мало что стоит. Я думаю, что они могут на это пойти. Но какие будут реакции американцев или европейцев? Вообще только американцев, потому как европейская реакция слабая. Я не чувствую за европейцами желания идти на серьезную конфронтацию с Путиным. Если бы европейцы бы хотели бы нас поддержать, наверное, бы Москва сама бы пошла бы на некие уступки. А так европейцы очень как-то мягко к этому подходят. Та же Германия не собирается прерывать этот контракт «Северный поток». И многие считают, что он будет достроен и будет пущен в эксплуатацию. В Германии, я вот слушаю немецких политиков, там достаточно пропутинских деятелей, которые готовы пойти на уступки. И только Соединенные Штаты ведут себя достаточно жестко. Другое дело, что, может быть, Турция ведет себя так же сейчас. Вы, наверное, слышали, что Эрдоган хочет построить как бы канал, который, проход из Мраморного моря в Черный, который будет параллельно Босфору, и это многие считают, что это, по-разному оценивают эти вот это действие, но говорят, что если он будет построен, то у НАТО появятся возможности кораблей спокойно проходить в Черное море. С другой стороны, турецкие генералы считают, что этот проект может Турции навредить, потому что есть соглашение 30-х годов об этом. А Россия, конечно, недовольна. Но тут очень много событий, которые, если к Навальному вернуться, то я постоянно размещаю его письма у себя на странице. Конечно, над ним издеваются. Я думаю, что они могут, все-таки у них есть опция, как заставить его насильно питаться. Мы знаем, что такие методы применялись заключенным и вполне могут его, вне его желания, его кормить и его спасти. Это может быть для Путина лучший вариант, чем смерть Навального. Смерть Навального – это для него как бы испытание, реакция общественного мнения всего мира. А Россия от этого ничего не выиграет. Он, конечно, может дать команду, чтобы Навального спасли путем насильственного кормления. Это может быть. А может быть, и сам Навальный откажется. Вот он сам как бы так раздумал. Он понимает, что его могут насильно начать кормить. Он может сам согласиться прекратить голодовку. Он сам такое рассматривает. Есть ли смысл продолжать голодовку, если тебя насильственно будут кормить? Какой смысл еще больше страдать? Так что в этой ситуации только можно посмотреть на развитие событий. Другое дело, что мы видим, как Путин реагирует. Арестована эта вот женщина, которая глава организации врачей, знаете, которая и они ездили к тюрьме, вот к воротам этого застенка, где находится Навальный. Ее арестовали, хотя она не принимала ни в пикетах непосредственное участие. Я думаю, что Путин сейчас сам раздумывает. Он сам на перепутье и решает для себя, что ему в данной ситуации лучше. Потому что то, что Россия готовится к войне, это очевидно. Но есть и суждение, что в этой войне потери России будут колоссальные. Число убитых россиян будет зашкаливать. Оно будет лучше, чем в Афганистане. И забитые под завязку морги Ростова трупы, не гробы, которые будут, это уже нельзя будет скрыть. Из интернета все это будет показано, насколько Путин готов пролить море крови, это вопрос. И в данной ситуации, наверное, он, я думаю, взвешивает все за и против, взвешивает все-таки, стоит ли ему идти на конфронтацию. Поэтому мое мнение, как бы я, мой даже не прогноз, размышление, что Навального он не убьет, он его оставит, даже, возможно, покажут по российским телеканалам, как оппозиционера насильственно кормят. Это ведь тоже в какой-то степени немножко
как бы унижая человека, которого арестовали, кормят, заставляют питаться, снижают его. И посмотрим. Тут говорить много нечего, потому как мы не знаем, как будут развиваться события. Трудно предугадать. Путин человек непредсказуемый, сказать... Но я думаю, что он не даст Навальному умереть. Ему это в данной ситуации менее будет выгодно с точки зрения отношений. Он все-таки тактик, и тактика его вряд ли направлена на то, чтобы дать шансы его врагам за рубежом еще больше на него оказывать давление. Это будет такое пятно. Магнитский плюс Навальный. Не думаю, что ему это нужно. Ну, такое мнение у меня по данному вопросу. Дима, ты уж даже руку поднял. Ну, скажи, что хочешь. Да, я бы хотел просто добавить комментарию Михаила пару моментов. Первый момент. Все-таки, когда Михаил говорит о том, что Европа как бы сдержанно выступает в защиту Навального, победа Байдена заключается хотя бы в том, что он сумел мобилизовать Европу для общего продвижения вот той политики, которую разделяет администрация Байдена. И Макрон уже высказался в поддержку заявления администрации Байдена в отношении Навального, я имею в виду. То есть это уже шаг вперед. Если помните, Меркель тоже там что-то говорила, типа вот мы переживаем за судьбу политического оппозиционера, но в связи с тем, что продолжается со стороны Германии внимание к Северному потоку, это, знаете, такое, штаны сняли, крестик еще по-прежнему на месте. Вот. То есть важный момент, что Европа все-таки тоже озабочена судьбой Навального. И очень показательно с этой точки зрения, что все тролли вот в американских сетях, как минимум, и, понятное дело, в русскоязычных СМИ, кричат о том, что «Ха! Слушайте, Навальный, ну Навальный же не бутерброд, ну Навальный же, он же сам это решил». Но в конце концов и вернуться, и голодовка. А что теперь вот? Что так переживать только за Навального? Ведь есть же другие оппозиционеры. И на самом деле, отчасти, как любая вот эта геббельсовская пропаганда, которая содержит 60% правды и лишь 40% лжи, отчасти это все соответствует действительности. Но на самом деле мы знаем, как ситуация выглядит на самом деле. И важный момент в этой связи, то, что когда мы говорим о важности здоровья и жизни Навального, не надо забывать все-таки действительно о других оппозиционерах, во-первых. Во-вторых, о том, что ситуация на границе с Украиной и во временно оккупированных донецких и луганских этих регионах, отдельных регионах, она остается по-прежнему очень такой напряженной. И в какой-то момент наше внимание может быть вполне легко перетянуто от ситуации с Навальным к ситуации в продолжающейся войне с Украиной. Но у нас, насколько я знаю, есть следующая тема. От России мы переходим плавно в сторону Беларуси, потому что как раз в России и были арестованы главные действующие лица вот этой новой белорусской провокации. Да, и Миша, ты, наверное, хотел нам тут что-то рассказать, потому что твой друг на Фейсбуке теперь пытался планировать какой-то переворот против Лукашенко? Ну, здесь Юра, он мне не друг. Не, он как раз мне не друг, потому как он давно уже от меня, и мы с ним отписались, и мы друг друга отправили в бан. Юра Зинькович, который в свое время, когда шли вот 19-й, кажется, год, особенно вот 20-й, мы уже с ним не были в том контакте. Сначала я ему понравился, мы имели с ним нормальную переписку, а потом, когда он убедился, что я яростный антитрампист, он был яростный трампист, Юра, он адвокат, у него офисы были в Денвере, в Нью-Йорке, и особенно мы с ним по владению оружием разошлись, и потом уже наше общение было больше такое забулдыжно-матерное, и мы решили, что мы друг другу лучше нам с ним не общаться и отправить друг друга в бан. Но он, его зовут Юра Зинькович, хотя у него было написано, имя было его по-белорусски, и потом уже я узнал, что он, сейчас даже не, точно не помню, то ли баллотировался, то ли собирался баллотироваться в президенты Беларуси от Народного фронта. Я потом узнал его политическую биографию. И как-то последний мы перестали общаться, но вот другой мой друг, Эд Соршу, действительно мой фейсбук-друг, Дима его хорошо знает, Эдика, он написал информацию, потому что он более чем я тесно общался с Юрой, они была своя, часто они между собой там, такая была острая у них полемика, и вот он написал, что Юра поехал в Москву, и его там арестовали,
И первоначальная информация была о том, что его ни за что, вот люди стали обсуждать, как же так, у человека американский паспорт, его арестовали. Потом пошли комментарии, что он, видимо, въезжал в Россию по белорусскому паспорту, у него, видимо, и то, и другое, два паспорта, и вот на этом основании его могли взять как белорусского гражданина. И я вот мне там кое с кем из адвокатов тоже так мы так обсуждали, что американский паспорт может и не помочь. Начали вот суждения, что он американец, за него вступятся. Да. Если да, можно, я поясню нашим слушателям, о чем мы сейчас говорим, что мы обсуждаем. Дело в том, что в Москве якобы силовиками, то есть Комитетом государственной безопасности Беларуси, на самом деле понятно, что работали ФСБшники или как максимум в сотрудничестве силовики одного государства с другими, задержали как минимум двух граждан, а, Белоруссии, и, б, в случае Юрия, как его фамилия, ЗЗЗ? Зянковича. Да. У него двойное гражданство, то есть еще американское, и задержали с обвинением в попытке государственного вооруженного переворота в Беларуси. Причем он выступил с заявлением о том, что они же хотели и моих сыновей, понимаете, они же на святое покусились. И я бы терпел, я отступал, я всякие красные линии пытался сдвигать все дальше и дальше. Но если вот эта информация на самом деле подтвердится, и если они хотели посягнуть на моих сыновей, все, пощады не будет никому. Слушайте, в очередной раз попытка якобы переворота насильственного, вооруженного со сменой власти в Беларуси. Мне это лично напоминает события в Турции в 2016 году, если помните, когда там якобы тоже был переворот, благодаря которому Эрдоган укрепил свои позиции. На мой взгляд, это калька вот того же самого. Мы пишем, что на нас грозятся убить, нас хотят насильственно сделать переворот, в том числе, естественно, с некими западными силами, то ли ЦРУ, то ли еще кто. Вот. Это вот подводка к тому, что мы сейчас обсуждаем, чтобы было понятно нашим слушателям. Не, ну я хочу сказать другое. Нет, вот ты сравнил с Турцией, я думаю, что здесь сравнение не совсем такое корректное, потому как в Турции все-таки военный переворот, я думаю, что он имел место, потому как военные в Турции уже не первый год недовольны. Кто изучал историю Турции современную, тот знает, что именно военные турецкие были на страже завоеваний Ататюрка. Они пресекали все возможности исламистов изменить гражданский характер турецкого государства. Военные были недовольны, они были обижены, но Эрдоган смог провести такую, знаете, свою политику, которая он получил широкую поддержку в массах, понимаете, и среди части офицерства, которое было из этих беднейших слоев, и эти вот офицеры нижнего и среднего звена, они, конечно, им было сложно военным, потому что военные все-таки долгое время умудрялись, у них были возможности не давать, повторяю, исламистам, идти к власти. Эрдоган это перестал. И вот то, что было в Турции, это была попытка военного переворота. Я думаю, что многие офицеры сочувствовали этому. Может, не все масштабы этого события Эрдоган использовал в своих целях. Это понятно. И очень повезло Эрдогану, что самолет, на котором он летел, не был сбит. А по идее он должен был быть сбит. Но так случается, как и в истории с Гитлером, когда взорвали бомбу, вы знаете, а Гитлер остался жив. Иногда история, иногда дьявольское провидение спасает негодяев от таких вот, от того, чтобы их убрали и было бы спокойно на земле. Но Эрдогану, хотя Эрдоган такая фигура, знаете, он и вашим, и нашим, иногда его критикуешь, а потом его, например, поддерживаешь, например, в отношении Украины. Вы знаете, что обещание военной помощи, тут же Путин отреагировал и закрыл Турцию для россиян, многие там в Турции застряли. В общем, это была реакция, хотя они много говорят на телеканалах, что это из-за ковида. Все понимают, что это не из-за ковида. А если бы к Юрию вернуться, то понятно, что это провокация, потому как гражданское лицо, человек, который жил в Америке уже не первый год, какие у него могут быть взаимоотношения с военными? Это же Москва настаивает на военном перевороте. Значит, нужно говорить о том, что у Юры, который жил в Нью-Йорке или там в Денвере, у него были связи, знаете, с военными
с верхушки, с офицерами, наверное, военные, на уровне полковников, наверное, командующих частей, военный переворот. Кто, с кем он был связан, это конечно, булшит, просто очередная провокация, но ее используют. Вы знаете еще из истории советского государства, я помню, читал книгу, она не у всех была, она у меня была, 47-й год, заговоры против Советской России. Потом ее изъяли при Хрущеве. Там так красиво описывали эти заговоры. Человек, который читал эту книгу, искренне верил, что против советской власти готовились вот такие вот заговоры, такие-то лица. Там красиво все это подавалось. И человек, который не следующий, он в это верил. То же самое и здесь. Только идиот может поверить, что нью-йоркский адвокат смог навести мосты. Это в наших... Каким образом? Как? Через интернет? Как он? Он же не выезжал из Америки. Его первый выезд, я так понимаю, в Москву. А как же он мог через интернет, когда все отслеживается, когда спецслужбы каждый чих могут определить через отслеживая интернет, телефонные разговоры, и он, не выезжая из Америки, наверное, путем электронных связей нашел концы, и там, ну, тоже глупости, что это, ну, Лукашенко это использует. Сегодня он говорит, что вот у меня было покушение, намечалось, и что якобы, вот сейчас я читал на российских сайтах, что Путин в разговоре с Байденом даже задал вопрос Байдену, оправдали, что ваши спецслужбы помогали совершить покушение на Лукашенко. Сами же русские источники сообщают российские, что Байден промолчал. Но мы не можем промолчал. Мы не знаем, это специально так написано. Байден промолчал, логично промолчал. Конечно, это чистый бред, что никакого покушения на Лукашенко, хотя, конечно, в Белоруссии могут быть люди, я это неоднократно об этом говорил в нашем эфире, что я считаю, что когда власть давит, сильно давит на свой народ, то могут появиться люди, ну, не, конечно, не Юра из Нью-Йорка, а люди, которые действительно могут такие планы вынашивать. Это почему нет? Во всем мире это было всегда, были активные революционеры типа Нечаева, Владимира Ленина, Блюмкина, мы знаем, которые те же эсеры. Мне вот написали как-то, что я не так правильно оцениваю прошлое России, но это все было, когда есть, были и будут люди, которые, возможно, вынашивают планы покушений. У нас в Америке, посмотрите, сколько было покушений на президентов. Причем это было несложно. Того же Рейгана могли убить спокойно, в него стреляли. Убийство Кеннеди, убийство брата Джона Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга. Это было, чуть не убили президента Рузвельта первого. И на второго было покушение, когда пуля попала и убила мэра Чикаго. Так что покушение это вполне нормально, когда народ чувствует, некоторые люди из народа чувствуют, что без таких действий они не могут решить проблему. И нет человека, нет проблемы. Но в данном случае с Юрой это просто использование спецслужбами, использовали человека, который, да, был в какой-то степени, ну, может быть, был когда-то известен, который собирался президентом, который живет в Америке. А здесь же прямая связь. Ага. И в Америке спецслужбы работали с этим Юрой, подготовили его, он приехал в Москву с тем, чтобы совершить военный переворот. И вот сейчас мы будем раскручивать, и, возможно, даже Лукашенко найдет там у себя дома людей, которые, мы знаем, что появляется, мы это знают, часто, а время появляется в эфире сообщение, что некоторые люди среди силовиков, есть организация силовиков отставных, которые против Лукашенко, сейчас будут, вот как, например, когда я слушаю российские передачи, того же Соловьева, например, я его слушал, там, но опять, там уже прямо говорят, в ответ на действия Байдена мы должны уничтожить нашу гидру, пятую либеральную колонну. Пришло время начать репрессии. Это прямо говорится и Соловьевым, может быть, не так буквально, и его людьми, я его давно не включал. Но когда я включил, то там я это услышал, что нужно немедленно начать репрессии против пятой. Это будет ответ, наш ответ Кирзону, это уничтожение российской оппозиции. Конечно, не отстрелом, но так, чтобы все, кто выступает против Путина, мы эти имена мы знаем в России, начать массово сажать. И чтобы к Навальному в камеры еще была сотня другая оппозиционеров. Это вполне возможно. И найдут людей, которые, может, и на Путина покушаться захотят. И таких найдут. И Белоруссии найдут таких людей. С тем, чтобы провести к нам, к американцам, стежку. Американские спецслужбы хотят уничтожить
руководство России и Белоруссии. Ну, а мы будем играть на опережение. Вот Юра оказался крайним. Я думаю, если бы мы сейчас бы с Димой оказались в Москве, я на себя не вешаю лавры, но, возможно, отслеживая наши выступления, нас бы тоже бы обвинили, бы, что мы собираемся на Путина покушение совершить. Что мы люди из Америки, с нами работали, и мы не случайно оказались в Москве с какими-то целями. Это легко. А российский обыватель будет верить, что да, вот мы с Димой, может быть, с Юрой Рашкиным, заговор тут решали с тем, чтобы лишить кого-то жизни. Понимаете, это все такие провокации, они были, есть. Россия на этом собаку съела, потому как они знают, что если бы в Америке такое бы сказали бы на кого-то из россиян, пресса бы их бы съела бы живыми. Дайте нам улики, подтверждения. А в России будет просто. Сообщат на всех телеканалах. Вот сейчас этого Юру могут использовать, например. Я вот знаю такой один пример. У меня есть один знакомый здесь. Я не буду о нем рассказывать. Недавно Первый канал показал этого человека, а я его знаю так шапошно. Я знал его близких людей. Вот его показали как какого-то американца, который чуть ли не глава порно-экспорт, там, человек, который занимается по всему миру, девочек поставляет. То есть такой там есть немножко, Дима, как у Геббельса, немножко правды. А так из него сделали чуть ли не порно-барона, который по всему миру там знается с Обамой, с Клинтон. Я сам видел эти фотографии. Он нам их посылал мой имейл, я их там видел. Понимаете? Но это просто были его фотографии из его жизни. Но Первый канал уже создал, где-то эти фотографии нашел. Хотя они не говорят, эти люди, например, что этот американец, он был другом, близким другом сына Януковича, между прочим. А Януковича сын покойный, который утонул, он говорил ему о том, что и не только ему, что мы Украину вот так вот держим. Это наша с папой вотчина. Кого хотим, того назначаем, кого хотим, того убираем. Украина наша. Это наша семейная вотчина. Знаете, вот человек это эти вещи рассказывал. И вот его представляют как чуть ли не какого-то американского порно-барона, который вхож в большие кабинеты, влияет на украинское руководство, влияет, имеет влияние в Америке. На самом деле, это обычный американец, который имеет бизнес в Украине. Но его представили таким образом, что это какой-то сверхчеловек, ну, сверхвлиятельная фигура, хотя он никакого влияния в Америке вообще не имеет. Это обычный предприниматель, который делает бизнес в Украине, но его так подали, понимаете? Поэтому этого Юру Зиньковича сейчас тоже будут подавать как некую глыбу, которая готовила в Америке переворот в Белоруссии. Все это, конечно, бред, но человек оказался, так бывает. Жил себе в Америке спокойно, забыл о своих белорусских попытках стать президентом, поехал в Москву по своим делам, а его хватит, ну и назначили главным по военному перевороту. Поэтому, когда мне говорят, Миша, там у тебя есть родственники в России, может, приедешь, я не, ребят. Туда, если я там окажусь, кто знает. Береженого Бог бережет. То и меня сделают организатором военного переворота теперь уже в России. Так лучше оставаться в Америке и не рисковать. Путинская шарага, это мы знаем их heritage, знаем их прошлое, от кого они идут. Так что в России охранка всегда тебе навесит все, что она хочет, из тебя сделает. И такого врага, что потом мне из их тюрьмы никогда и не выйдешь на белый свет. Да, Юра. Ну что ж, тогда я напомню зрителям и слушателям, что вы смотрите и слушаете Рашкина Репорт. У микрофона Юрий Рашкин, и это программа «На троих». «На троих» означает Михаил Трипольский, Юрий Рашкин, Дмитрий Сорокин. И если вы смотрите эту программу вживую, то вы смотрите это, скорее всего, на странице «Рашкин Репорт» на Фейсбуке. Большое спасибо. Подписывайтесь. Возможно, вы хотели бы еще подписаться на «Рашкин Репорт» на Ютубе, где вы увидите массу интересных разговоров и также еженедельно новые выпуски программы «На троих». И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Миша, вот ты нам рассказал про Юрия Занковича. И ты знаешь, я хочу добавить, во-первых, что есть всегда два измерения любой истории, потому что есть пропаганда и ее взгляд, и есть то, что реально происходит.
И то, что реально происходит, то, что мы видим, это человек, который, как ты описал, поехал в Москву по своим делам, оказался в такой тяжелой ситуации. Теперь за ним будет следить администрация Байдена. Теперь этот человек становится таким, из него герои будут делать, несмотря на то, что, возможно, когда он был в Соединенных Штатах, он себя не по-геройски вел и вообще трампистом был. Так что вот как делают пропаганда, может сделать из человека что-то более интересное, чем он на самом деле является. Но на данный момент я выражаю поддержку Юрию Занковичу и его семье, и всем его близким, потому что оказаться в Беларуси с Лукашенко во главе в данный момент не рекомендую никому, кроме, наверное, его детей. Дима? Да, я просто хотел добавить, что, может быть, не столько герои из него будут делать, сколько по факту он уже жертва. Жертва силовиков, жертва правового произвола. И мне хочется сказать о том, что ведь Юрий Зенкович не единственный человек, который был задержан, арестован в Москве силовиками. Там есть еще другой персонаж, фамилию которого мы сегодня почему-то не упоминаем. Может быть, потому что забыли. Но в любом случае надо понимать, что из этого дела, условно назовем ее делом Юрия Зенковича, пойдут отросточки, пойдут новые задержания, пойдут новые заключения. То есть это будет, ну, вот как в репрессиях, условно говоря, 1937 года. Взяли одного, а потом давай-ка колись, кто у тебя в друзьях, с кем ты вместе там собирался устроить теракт и так далее. И я не исключаю того, что люди будут оговаривать друг друга, потому что под пытками можно сказать все, что угодно. Хорошо, но ты считаешь, да, что Занковичу поможет то, да, что американское гражданство? Важный момент, о котором не сказал Миша, и вот важно, что ты об этом упомянул, вот наличие американского гражданства, как в случае с Зенковичем, так и я в сказал, случае... Дим. Нет, я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что вот наличие американского гражданства – важный момент не только в деле Зенковича, но и в деле тех людей с американским гражданством, которые были задержаны в России и в дальнейшем могут быть использованы как разменная монета на переговорах. То есть с точки зрения Путина и его режима, ситуация с Навальным – это козырная карта, которую можно использовать на переговорах с Байденом. Ситуация с Украиной, вот это вот нагнетание истерии и военной обстановки – это тоже козырная карта. А вот эти все заложники Пол Уинон, или как звали вот этого бывшего, по-моему, то есть это все, он бизнесмен, да, Уилл. Это все разменная монета, это все некие козыри, как считает Путин, для того, чтобы можно было, используя шантаж на основе вот этих вот заложников, о чем-то договариваться с Байденом. Поэтому вот то, что ты спрашиваешь, поможет ли Зенковичу его американское гражданство или нет, в данной ситуации, возможно, это явилось фактором, усугубляющим его положение. То есть, на самом деле, вот на сегодняшний момент я не американский гражданин, и вот в той ситуации, о которой говорит Миша, если бы мы теоретически оказались в Москве и нас арестовали, ну, меня приплести к какому-то заговору покушения на Путина вероятность очень маленькая. А вот Мишу как раз-таки с его американским гражданством вот легко привлечь. И с этой точки зрения американское гражданство – это факт, это такое усугубляющее положение. Хотя, безусловно, Америка всегда защищала своих граждан. Я думаю, в этом случае она не отступится и от гражданина с двумя гражданствами – американским или белорусским. Ну, пожелаем ему успеха. Во-первых, я же тоже, Юра, добавлю. Во-первых, они могут оказать давление на Юрия, на его тезку, с тем, чтобы он написал некое признание. Такие вещи, мы знаем, в советское время были очень часто и в российском. Они могут его, и даже без пыток, они могут ему дать понять, что если ты не подпишешь, то ты сгниешь в тюрьме. И Байден, я бы собираю, и наше руководство не будет. Они какие-то усилия, может быть, предпримут, но мы знаем на деле Уиллана, я об этом и говорил, и писал в Фейсбуке, что как ни старалось американское руководство, Путин его из своих рук не выпустил. Он остается, Дима прав, разменной монеты. Здесь работает достаточно в Америке российских агентов, типа мы знаем этих людей, которых арестовывают, и, как имя-то, которая была недавно у Навального в тюрьме? Бутина. Как ее? Бутина. Это вот Бутина. Она посидела, ее взяли, ее потом как бы выправили. Вот это все, такие люди, они как разменная монета, понимаешь? Тем более, что у Юры Зенковича были, он все-таки был не просто американский гражданин, он был кандидат в президенты
он так себя от... То есть он имел связи с белорусской оппозицией, скорее всего, и его прошлое сыграло против него. У меня мир тоже, если попасть в Россию, да, я главный редактор американской газеты. Вот наши с вами передачи, которые мы здесь ведем у Юры Рашкина, это вполне основание для того, чтобы уже видеть нас, врагов путинского режима. Это основание, чтобы нам... Вот то, что мы сегодня вот и вчера и просто говорили, я вас уверяю, что я эту историю уже рассказал про этого человека из Америки, этого предпринимателя, которого сделали чуть ли не, я знаю, там, порно-бароном, человеком, который эскорт по всему миру распространяет, то есть нашли данные из его там, знаю, телефона, из его Фейсбука, и взяли, использовали просто, и сделали из него такую фигуру, который, чем он не является. Но у него были, у них были документы в руках, там какие-то дела там с девушками, там это использовалось. То же самое и здесь. Поэтому, конечно, американцам, которые собираются в Россию там, или в Белоруссию, нужно быть американцам, которые имеют за собой, вот как мы имеем какую-то работу, связанную с прессой, с телевидением, понимаете, с политикой. Тут нужно быть... осторожно, потому что путинский режим может использовать этих людей, нас именно, которые какое-то отношение имеют к прессе, к СМИ в своих интересах. Это вполне может быть. Поэтому лично я вот себя на российской территории не вижу. Потому что, как говорится, береженого Бог бережет. И верить этим людям, которые сегодня у власти в Беларуси и в Москве, нет никакого резона, никакого смысла. Это просто опасно будет для безопасности. Особенно, если мы еще имеем в России или в Беларуси родственников, которые могут стать еще и заложниками, наряду с нами, которых арестуют. Поэтому лучше ездить только не туда, где нас особенно не ждут. Так что я, если и соберусь куда-нибудь, то только не в Москву, это 100%. Юра. Ну хорошо, тогда, раз уж не в Москву, тогда давай посмотрим на Соединенные Штаты. У нас происходят довольно интересные вещи тут, да, которые неплохо бы тоже обсудить. Давайте бросим наше внимание. У нас конгрессменша, которая решила устроить англосаксонская коалицию конгрессменов, то есть просто белый кокос. Ну, правда, ей дали там по рукам или почему-то, и она решила эту идею прикрыть, но ты считаешь, что это все равно важное заявление, об этом, это в этом есть, что нужно отметить. Не просто там такая безумная, вот она, все эти трамписты там безумные, пусть они выступают в углу. Ты считаешь, что вот на это ее дурацкое заявление нужно обратить глубокое внимание? Конечно. Во-первых, она ничего не отказалась. Ее главная была идея создать, и она ее будет создавать, так называемый протрамповский кокус. То есть она будет создавать группу конгрессменов, которые будут проводить в американском конгрессе политику президента Трампа. То, что он будет говорить уже вне власти, вне Белого дома, то, что он сегодня выступает, его идеи, которые он собирается озвучивать у себя на своем, там, на своей площадке социальной, они так и называют, протрамповская группа. Там и их там несколько пока человек, это Гомер, из Техаса, это соратник Госсер из Аризоны. Как раз так вот, они собираются создать такой кокус. Причем интересно другое, что они, вот, пресс-секретарь Грин, он выступил вчера с такими серьезными обвинениями в отношении источников, которые... Ликин, то есть утечки, он считает, потому что она, мир, говорит, что она не читала тех программных заявлений, которые представили сотрудники ее офиса, и якобы есть люди, которые создали документ, в котором они подчеркнули, что не будут защищать англосаксонские почти традиции. И самое главное в этом заявлении, они будут поддерживать лозунг «Америка прежде всего». Это как Америка превыше всего, это как Германия превыше всего. Вообще, когда они это услышали, понимаете, эта фраза «Америка прежде всего» или «Америка превыше всего», Трамп эту фразу использовал во второй половине 16-го года, когда он вел свою кампанию. Вообще, фраза «American first», так она звучит, это очень неудобная фраза,
в американском политлексиконе. Я вам напомню, что в 40-е годы в Америке было движение «Америка прежде всего», «American first», и эту фразу озвучил американский фашист, известный американский летчик, человек, который сочувствовал Гитлеру и Муссолини, господин Чарльз Линдберг. Он тогда вел кампанию, довольно успешную кампанию, с тем, чтобы Америка не вмешивалась во Вторую мировую войну. Он был против того, чтобы Америка помогала Англии. Это выступление именно в период, когда Гитлер уже ударил по Франции и оккупировал Францию и Бельгию. И эта фраза была яростно антисемитская, потому что American First, как объяснял Линдберг, Америка не должна вторгаться и помогать союзникам, потому что это чисто британская и еврейская идея. Он говорил, что американские евреи втягивают нас в эту войну с Гитлером. Мы должны не воевать с фюрером и с Муссолини, мы должны отдать им должное, потому что идея фашизма – это идея будущего мира. И в его организации был такой комитет American First, поддержало более 1 миллиона американцев. Чтобы вы понимали, это была очень серьезная вещь. У него были союзники в Конгрессе. Он лично воевал с президентом Рузвельтом. Ну, конечно, на словах, и он настаивал, что Рузвельт собирается вести проеврейскую политику. Америка не должна поддерживать такой курс, потому что евреи в Америке и так захватили все рычаги власти, в прессе, в бизнесе. Не нужно поддаваться американскому еврейству. Трамп это хорошо знал. И когда в 2016 году он на это пошел, на эту фразу, он ее объяснял, что он не говорил про евреев. Он говорил другое, что вот нужно рабочие места вернуть. И нужно... Хотя американские еврейские организации, они Трампу указали, что ты делаешь, зачем ты берешь на вооружение эту фразу, которая имеет такой негативный смысл. Но Трамп действовал по-своему. Он хотел сделать акцент особенно на белых фабричных рабочих, ну, как это и делали в свое время в Германии Гитлер и его группа, которые опирались на немецкий рабочий класс, популист. Это была популистская идея, которую Трамп... Но она была потом, эта идея развита. Ведь не случайно у Трампа оказались в его окружении три ультраправых политика. Вы знаете, Беннон, Горка и Миллер. Миллер еврей. Ну, то есть тех евреев, для которых идеи нацизма, видимо, очень близки. Потому как Миллер, когда учился в университете Дюка, он был очень близок с нынешним лидером американских неонацистов Роджером Спенсером. И Спенсер говорил, что я оказал огромное влияние на этого еврея, я ему смог внушить мои идеи, то есть идеи неонацизма. Когда в свое время, это мы уже потом узнали, что Миллер, еврей, человек, который из семьи иммигрантов, посылал личное электронное послание на сайт Брейберт, и он настаивал, чтобы журналисты, а там работали и евреи, чтобы эти евреи не обращали внимания на неприятность идей белого супрематизма, и наоборот, чтобы лица, которые работали журналисты на Брейберт, постоянно будировали американское общественное мнение идеями белого превосходства и антисемитизма. Вот такая группа, и вы знаете, что такое Беннон, который заявлял в свое время, когда был развод с его женой, он сказал, она вспомнила, что он ей говорил, что не гоже, чтобы мои дети, мои дочки учились в школе, где столько много евреев. Они их испортят. Евреи всегда портят. Понимаете? Вот такие люди были возле Трампа. И вот сегодня эта организация, конечно, когда это все стало известно, то и Госсер, и та же Грин, а Грин мы и тоже ее хорошо знаем. Она активистка QAnon. Она до победы на выборах в Конгресс постоянно заявляла вещала вот такие антисемитские, делала заключения. Она, само движение QAnon, это чисто антисемитское движение, которое заявляет, что одна из постулатов этого движения не только то, что элита торгует детьми, но это чистый бред, но и другой бред. Они взяли на вооружение идеи протоколов мудрецов, и они заявляют об этом движении миллион американцев, которые верят в то, что мировое еврейство собирается захватить власть во всем мире и сделать белых рабами. И когда в 1917 году, только не 900, а 3 года назад, американские нации шли по Шауцмилу, они кричали: «Евреи нас не заменят». Это означает на языке грин и белых наций, что эти евреи хотят похерить англосаксонские традиции, сделать белых рабами и сделать весь мир как бы жидовской, а так нет, властью of kikes, властью кайков, проклятых евреев. Это вот все она говорила и до. Теперь она из себя строит такую невинность. Но я повторяю еще раз.
им очень, ей и Косово очень стало неприятно, что эти вот, эта платформа этого кокуса оказалась только как журналистов. Ну, сведения о них. Кто-то слил эту информацию, и вот пресс-секретарь Грин сказал, эти нехорошие поддонки, негодяи, которые взяли и слили в прессу информацию, которую потом она сегодня как бы сделала шаг назад. Но, видишь, я, мол, не хотела там использовать этот расизм и прочее, но сам кокус, она собирается его организовать. Хотя я вам скажу, что уже критика не только со стороны демократов. Известные республиканцы, вот ребята, которые голосовали, которые голосовали за импичмент Трампа, вот Мир Киссингер, это он сказал, что это просто ужас, когда вот такие вот идеи нам стараются навязать, да еще в стенах Конгресса. И некоторые ультраконсерваторы, есть такое у нас в Конгрессе, в Нижней Палате, кокус свободы. Это ультраконсервативные республиканцы. Они также осудили Грин за попытки вот создать такой вот кокус с идеей. Не сам кокус, а именно платформу, на которую они хотят опираться. Потому что «America First» это всегда считался такой неоамериканский нацистский слоган. То, что Трамп его оседлал, это было его личное дело. И Трамп пытался оправдать, он затушевывал значение. То, о чем ты здесь говоришь, это как бы подчеркивает сегодняшнюю республиканскую партию, которая еще совсем недавно, мне казалось, я говорил такую какую-то глубокую вещь, что они вот просто не понимают, что демографически они проиграли. А теперь мы видим, что республиканцы понимают, что демографически они проиграли. Поэтому они ведут себя как люди, которые понимают, что у них осталось несколько лет, несколько выборов, поэтому они пытаются закрутить гайки и не дать другим людям голосовать. Но то, что говорит Марджери Тейлор Грин, и теперь уже мы слышим это от нашего висконсиновского подонка, сенатора Рона Джонсона, о том, что это действительно вот люди хотят нас заменить. И это относится не только к евреям, но это относится к латиноамериканцам, это относится ко всем, кто не белые. Поэтому вот такой страх, на котором сейчас держится республиканская партия, вместо каких-то платформ, так сказать, говорить, давайте построим, нет ничего, они просто теперь на страхе держатся. И этот страх того, что вы последние белые, после вас будет что-то такое страшное, и за вами будут охотиться, и вам будут напоминать, что вы белые, и вам нужно извиняться за это. Такая у нас стала культурная, расовая повестка дня у республиканской партии. Опять, вместо того, чтобы просто конкретно решать проблемы людей, они занимаются культурной войной. Ну, будем надеяться, что они будут проигрывать, кроме своих округов, где вот так и любят. Миша, давай посмотрим дальше. У нас все-таки ограниченное время часами, 24 часа в сутки и так далее. Куомо, он принял такую идею интересную по поводу полиции. Ты хотел поделиться такая... Не идея, высказывание. Подожди. Он высказал, я вспомнил, он высказал такую необычную идею о том, что это может плохо закончиться для белых, когда они... Только Юра, Не губернатор Куомо, а его брат Крис Куомо, который выступает, который передача на CNN. Не Эндрю Куомо, а Крис. Я думал, ничего себе Куомо, он губернатор. Сказал. Не зря про него Байден сказал, что у него большие яйца. Это его брат сказал. Это сказал его брат. Хорошо. Но тем не менее, а я смотрю, у Димы рука поднята, и так он использует нашу технологию. Надо дать слово человеку. Дима, скажи. Как некогда ученик с отличием, я поднимаю руку, да. Так вот, я просто хотел по предыдущему вопросу добавить небольшой комментарий. Когда Миша говорит о вот этих вот представительницах движения QAnon, мы забываем сказать о таком важном моменте, что, собственно, персона или источник появления вот этого вот конспирологического учения до сих пор так и неизвестен. И не надо оставлять в стороне абсолютно возможность того, что все это было инспирировано как раз-таки нашими, в кавычках, друзьями из Москвы или, что меньше вероятно, из Пекина. Вы знаете, что сейчас продолжаются расследования событий по попытке захвата Конгресса. И, в частности, продолжается изучение вопроса, не были ли эти события инспирированы извне. То есть, вот мне кажется, вот эти два момента, их никогда не надо забывать, не надо их оставлять в стороне. То, что происходит в Америке, уже давно не исключительно внутреннее американское дело.
Да, конечно, безусловно, все эти деятели могут рождаться на американской земле, да, безусловно, они могут иметь американское гражданство, происхождение и все прочее, но при всем при том, некие теории и некие такие катализаторы, назовем их так, могут быть вброшены в американское медийное пространство или в американское политическое поле как раз-таки извне. А с этой точки зрения я просто хотел бы упомянуть буквально в нескольких словах. Мы уже как-то говорили о таких деятелях американских вот этих вот пропагандистских сил Кремля, как Леоне Вайнштейне, Елене Никитской, Саше из Флориды, если я правильно называю этого деятеля, и так далее. Абсолютно недавно я случайно услышал передачу с Евгением Панасенковым, который живет отнюдь не в Америке. И услышанное в этой передаче меня повергло просто в некий шок. Потому что когда Вайнштейн говорит о том, что выборы были украдены, о том, что фейковый президент Байден, ну, слушайте, ну, в конце концов, этот сказочник может продолжать нести что угодно. Но когда Евгений Панасенков, который я доселе не знал с этой стороны, ведет себя гораздо в более невменяемом виде себя, то, слушайте, говорить о том, что инаугурация была фейковой, сожалеть о том, что во время этой инаугурации не нашлось ни одного настоящего патриота Америки или, в конце концов, человека, который болен, неизлечимо болен, например, раком, тем, чтобы осуществить попытку переворота и, соответственно, убийства президента Байдена, слушайте, до такого, по-моему, даже Соловьев еще не договаривался. И вот как раз об этом моменте, о том, что вот это влияние пропагандистских сил со стороны Кремля, в том числе в Америке, в том числе через американские социальные сети, может быть очень активно, и, может быть, эти следы найдутся, в том числе в попытке переворота в Конгрессе, давайте не будем об этом забывать. Спасибо за возможность дополнить. Да что ты, что ты. Да, так продолжим тогда с братом губернатора нашего Куома, вашего губернатора Куома, они принадлежат, кажется, всей стране. Так вот, он считает, что пока полицейские не пострадают, пока не убьют белого, они не очнутся от того, что происходит. Я только добавлю перед тем, как ты скажешь то, что ты думаешь, Миша, то, что я наблюдаю ситуацию со своей стороны, и я вижу, что я вообще даже стал с более большим дружелюбством общаться с черными людьми, которых я встречаю, потому что у меня ощущение, что им сейчас очень тяжело и очень непросто, потому что их могут убить в любой момент. И вот это ощущение, что могут пристрелить, потому что ты куда-то не так потянулся, никуда туда посмотрел, кто его знает. Это очень неправильно, и если полиция дойдет до такого состояния, что они поймут, что если ты убьешь черного человека, то будет просто полный пиздец, то пусть они это поймут, потому что вот это бесперерывное, сегодня убили одного, вчера другого, позавчера третьего. Это мало того, что мешает нам всем как-то спокойно радоваться в жизни, но когда ты черный человек или темнокожий человек, то это просто мешает со всех сторон. Это ужас, и поэтому я не говорю, что нужно убивать черных, белых, красных, зеленых, но нужно, чтобы полиция проснулась, потому что они допрыгаются, их будут разоружать. Мы уже видим, что люди не хотят идти в полицию, потому что зачем такая и опасная жизнь, и народ против тебя. Им надо разбираться, потому что полиция выполняет в нашем обществе важную функцию. Но если они будут считать себя такими вот огнестрельными ковбоями, то это плохо кончится для них же. Миша? Понимаешь, работа в полиции в Америке... Я когда в Америку приехал и прочитал статью в журнале «Атлантик», это же были 90-е годы, ну, мне свеженькому эмигранту было... Это удивительно, потому что я знал, какое отношение было, ну, несмотря на то, что нам показывали в Советском Союзе, эти фильмы «Рожденная революция» и прочее, уважение, и фильмы «Следствие вели», как там, «Знатоки», не помню. «Знатоки». Где играл Саша Каневский, то все равно отношение к милиции было в СССР негативное. И если ты был мент, то тебя в компании воспринимали не очень любезно. Это была такая профессия, который туда шел, понимал, что он будет воспринимаем в обществе не очень официально, то день милиции, концерты, а внизу, сами понимаете, как относились к людям в погонах.
И вот в этой вот статье об Атлантике я тоже прочел, что оказывается в Америке, это были 90-е годы, у меня как сейчас, профессия полицейского, при всем как бы уважении к ней, в обществе, в молодежной среде, к ней относились крайне негативно. То есть с компанией, когда приходил, там, компании собирались, а ты там, ну, там, школьная компания, ты, кажется, полицейский, то на тебя так косо посматривали и без всякой любезности. И вот в этой статье писали о том, как много среди полицейских самоубийств. Как эта профессия заставляла людей очень много бухать. Я не знал, что в свое время американские полицейские участки были комнаты, где стояли кровати специально для забуханных полицейских, которые там, если забухали, там есть в этой статье журналиста Лондона, я так понял его фамилию, там писали, что да, такая была стрессовая работа, что часто напивались и там же на этих кладушках отдыхали, потом опять возвращались к службе. Сложная служба, стрессовая, я повторяю, много было самоубийств, и полицейские, это сложная работа, понимаете? Поэтому вот если вернуться к тому, что говорил Кома, и с тем, что я сейчас сказал, полицейские в Америке – это своеобразный орден, понимаете? Орден, который пользуется определенными благами. Вот сейчас, например, благами и определенной степенью неприкасаемости. Вот сейчас, например, обсуждают, я как бы смешиваю проблемы о том, что сказал Кома, что если полицейские тогда проснутся, когда будут убивать невинных не только черных, но и белых, ну, случайно пусть будет подростков, тогда они поймут, большая часть Америки, она сегодня белая, она поймет боль этих семей. Понимаете, иначе по-другому не будет. Так вот, обсуждается проблема в том, что как будет Шовин, потому как такая практика, к сожалению, такая практика, что если полицейский даже убил, его не осуждают. То есть у нас в Соединенных Штатах есть как бы, это не карт-бланш на убийство, а может быть и карт-бланш, но очень редко присяжные, даже при наличии улик, даже при железобетонных доказательствах осуждают полицейского. Всем помнят, многие помнят случай с Кингом. Начало 90-х годов, когда полицейские поймали этого человека, американца. Многие тогда были, неделю были целые погромы в Лос-Анджелесе. Тогда Кинга был суд, были даже кадры, видеофильм, как 4 полицейских зверски избивают этого черного ногами по лицу, по голове, по почкам. Ну и в итоге их оправдали. Это просто яркий пример, когда и после этого была неделя в Лос-Анджелесе, и там были такие события, которые были куда похлеще, чем были события прошлого года, когда горел Лос-Анджелес. Конечно, нас, меньшинства, это понимают. Но полицейские этим пользуются, потому как сказал в свое время, я это часто пример привожу, когда были события в Нью-Йорке прошлого года, один из глав профсоюза полицейских, он прямо сказал: ребята, мы эту гопоту, которая грабила магазины, мы с ними легко справимся. Но с одним условием. Вы от нас, коль уже вот и Дима сказал маты, и я сказал Юра, и я скажу, если вы от нас отъебетесь, тогда у нас мы будем заниматься своими делами. А если не отъебетесь вы от нас, тогда будете пожинать то, что вы пожинаете. Да, у нас есть гнилые яблоки, у нас есть копы, которые нарушают устав, которые поступают не по правилам, у которых целая череда нарушений за зверское избиение людей. Но это наши копы, это наши полицейские, мы будем с ними сами разбираться. Не лезьте в наши дела. Хотите порядок? Будет порядок, но на наших условиях. Когда в конце прошлого года была статистика по увеличению преступности в Нью-Йорке, то полицейские чины в нашем Нью-Йорк Полис Департмент, они обсуждали. И там было 2-2. Два копа считали, что проблема в том, что вот сейчас ковид, люди вышли из себя, это нарушают закон. А другие два копа говорили: ребята, не потому у нас растут, потому что полицейские обиделись, как пела Лолита, я обиделась. Они обиделись на то, что у них сложная работа, и они считают, что их нельзя трогать. Сложная работа, значит, мы имеем право делать все, что мы считаем нужным. Если мы кого-то замочили, значит, замочили. Если мы кому-то сломали нос, значит, сломали нос. В Нью-Йорке есть такая организация, CCRB.
она собирает жалобы от граждан на полицейских. Большая часть жалоб – это не те, кто нарушает закон. Это обычные граждане, которые сталкивались с полицейскими. Кто-то был прав, полицейский, этот человек. Но все кончалось тем, что этот полицейский ломал нос или руку, или бил морду этому человеку. Я знаю на своем примере, мне звонили в редакцию человек 5 за время моей работы в русской рекламе, которые мне жаловались. Миша, там мою жену полицейский дал по лицу. Там ее избил. Помогите. Я у них спрашивал, как вы вообще к работе полиции? Ну, полиция, они говорят. Это, вот я говорю, и все. Видите, вы, это полиция. Что я могу вам помочь? Вы считаете, что мы не должны вмешиваться в работу полиции, они правы. Раз правы, если вашу жену избили, гуляйте, ребята. Я вам помочь здесь не могу. И вот этот СРБ, который собирает документы, она передает, если они считают жалобу обоснованной, комиссариат полиции. Но в комиссариате полиции реакция часто мягкая. Полицейским, который там избил гражданина, ну, 2 дня отпуска, ну, может быть, месяц, понимаете? Но никогда полицейского сурово не наказывают. При этом есть правила, которые сейчас полицейские всей Америки стеной стоят, не принимайте этот закон, не принимайте. Оно означает, что если полицейский там имеет нарушение дисциплинарное в каком-то конкретном участке, он увольняется, когда уже он совершил нечто очень нехорошее, и переходит на работу в другой участок или в другой город. Причем эта информация, что он избивал людей, вел себя очень некорректно, это все как бы ерунда. А вот сейчас в законе, который хотят принять в Конгрессе, там прямо прописано, что если полицейский, как вот Шомин, у Шомина было до 16 нарушений, в основном за избиение людей, за применение физической силы против граждан. А его держали на работе, пожалуйста, работает, да. Он себе и работал. И вот привел к тому, что его безнаказанность может ему стоить сегодня свободы. Или не будет ему. Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. Как раз Байден хотел, между прочим, создать специальную комиссию. Он на этом настаивал, ведя свою кампанию, которая бы надзирала за поведением полиции, за нарушениями. Но пока он эту идею положил в сторону. Потому как он считает, что пусть будет этот закон имени Льюиса, который принимает в Конгрессе, там есть некоторое положение в этом законе, которое как бы дублируется. Вот это то, что я вам сейчас сказал, что полицейские не должны брать на работу со шлейфом наказаний, нарушений. Нарушил 1, 2, 3 на воздух. Ты не достоин работать в полиции. Но пока ситуация сложная. Вот сейчас мы видим. Америка замерла, потому как если оправдают Шобина, то вы сами понимаете, что хотя многие эксперты, консервативные, считают, что да, Шобин так поступил, был неправ. Но если вы возьмете опросы общественного мнения, то вы убедитесь, что в этих опросах, например, немалая часть белых республиканцев мягко сочувствует Шобину. Что они говорят, будет ли какая-то там заваруха? Нет. Они вот так отвечают на вопрос. Был опрос Мамут Калледжа. Там был вопрос, как вы считаете, оправдание, наказание Шовина будет способствовать улучшению отношений между расами? Белые и независимые, демократы и индепендент считают, что да, если его накажут по закону, это поможет в какой-то степени умиротворению отношений в обществе. А вот белые республиканцы, и больше эти подавляют. Говорят, нет, если его накажут, нет, ничего не будет. То есть мягко. Они в душе, и вот многие полицейские, я вот знаю, они сочувствуют ему, понимаете? Хотя он совершил акт, это убийство человека. Ты его убил, понимаешь, на ровном месте задушил человека. Это у нас есть. Кома, если к нему вернуться, он сказал, может, не совсем такое политкорректное, но он сказал, может быть, отчасти и правильно. Он сказал в эфире CNN, что до тех пор, пока, не дай бог, конечно, но если такие случаи будут повторяться, например, когда будут погибать белые подростки просто так, без всякой причины. Вот полицейская женщина, которая достала пистолет и убила в Миннесоте этого черного молодого мужчину, Данте. Она перепутала с Тайзером, она говорит. Ну, это значит, сложно в это поверить, что она перепутала. Или этого подростка из Чикаго, который тоже вел себя неадекватно, но когда его уже полицейский к нему подошел, он оружия у него в руках не было, он сдался. И сейчас камеры, которые обязаны теперь, но не всегда они работают, вешают на полицейского, показывают, что он не сопротивлялся, что полицейский его убил в упор безоружного. Понимаете,
Конечно, говорят, что вот мы делаем то, что черные, но, ребята, если мы посмотрим на число убийств, даже в прошлом году, перед делом Флойда, мы знаем, что был убит в спину черный парень, который занимался бегом, его убили в спину. Убили женщину, которая ворвались к ней в дом. Постоянно случай, я понимаю, но может быть ошибки, но эти ошибки почему-то с черными. Или с латинос, но не с белыми. Потому что полицейские, когда видят перед собой белого человека, они менее настроены на то, чтобы стрелять в упор или убивать. Во-первых, я не понимаю даже и другого, почему в Америке нет такой практики стрельбы в воздух. Вот черный пацан хотел убежать. Вот так откройте огонь по колесам его машины. И он никуда не... Нет, вы его бьете в упор, вы его убиваете 2-3 метров. Причем сколько этих случаев... Вот вспомните случай, который был в городе Кеноша, например, когда этого черного в спину с метра он зашел в машину, там сидят трое детей, подходят полицейские, они за ним бегут, и вот расстояние 2 метра, он его стреляет. Зачем? Зачем ты это делаешь? Понятно, это возбуждает общество. И здесь, я думаю, что многие могут осудить слова Куома, но он не призывал к убийству белых подростков. Он просто сказал, что пока не будет такая вот ситуация, ничего в обществе не поменяется. Потому что, когда убивают национального черного или латинос, белые, а их большинство, особенно консерваторы, они считают, что правильно полиция сделала. Особенно, если у парня были какие-то правонарушения, тогда можно все, карт-бланш. Он сидел в тюрьме, можно убить. Но это же абсурд, потому что в Америке очень много и белых сидит в тюрьме. Очень много. Но их почему-то не... Я беру статистику, я пока не вижу. Я вот ожидал, пока канал Fox или Newsmax дадут мне список убитых белых бывших уголовников, которых полиция убивала просто так. Мне говорит, кто-то сейчас сказал, что, мол, Юра, что, мол, полицейские не должны... Нет, Юра, здесь и другой. Полицейский должен стрелять на поражение, если перед ним черный преступник. Если это грабитель, бандит или насильник. Здесь нужно сделать водораздел между преступником и между невинным человеком. Это же разные вещи. Нет, а я думаю, что они перешли линию. Я думаю, что они перешли линию доверия, потому что если человек под полицейской женщиной, которая с 26-летним стажем, которая не могла сообразить, что у нее в руке тейзер или пистолет, и она убила темнокожего человека, то это говорит не о том, что они просто не в состоянии использовать свою технологию, которую им дали. И значит, возможно, их надо не вооружать, а им нужно давать пуленепробиваемые жилеты и камеры. Но я не думаю, что им нужно в таких количествах огнестрельное оружие. Мне кажется, они просто не умеют им пользоваться. Юра, мы не живем в Британии. Британии, да, Британии перешли на то, что полиция... Я был в Лондоне много назад, полицейские Британии без оружия. Мы знаем, что когда меньше полиции, меньше преступлений. Посмотри, что происходит в Балтиморе, когда они перестали арестовывать людей в 2020 году, и количество преступлений понизилось. Полиция не означает безопасность. Вооруженная полиция не означает безопасность. Это разные вещи. Юра, я взял две разные страны. Две разные ментальности. Ты живешь в стране, американец не только рождается в машине, он рождается с кольтом в руке. 400 миллионов стволов на руках, 400 миллионов на руках только у нас. Такого больше нет нигде. Американцу внушают. Зачем нам тогда вообще полиция, если мы все вооружены? Я когда заходил в оружейный магазин в Питтсбурге, огромный магазин, что меня удивило, стоят белые эти вот реднеки, пенсильванские, и маленькие дети, 5-6 лет. И папа дает в руки этому ребенку пистолет. Он показывает, как стрелять. Уже с 5 лет ребенку внушают. Ты должен жить вот с этим оружием. Это твое законное право. Кольт. Okay. То есть, во-первых, я предлагаю номер один разоружить полицию. Номер два, я предлагаю вооружить наше население до зубов. Потому что если черное население будет вооружено, то полицейские тоже подумают. А третий вариант, вспомнить то, что произошло 6 января, когда это были белые, которые нападали на Капитолий, и какой ужас вызвал это у полицейских, потому что они должны были защищать не против кого-то незнакомого, а против своих. Да, это страшно, это тяжело. Юра, у меня здесь другой, ты понимаешь, черный, нужно быть объективным. Немало черного населения, особенно... В городах, мы знаем, они вооружены, и полиция нередко рискует головой. Я думаю, что нужно просто, решил эту проблему, легализируя марихуану. Нет, здесь нужно... тоже помочь людям успокоиться.
Здесь нужно делать просто, менять способы обучения полицейского. И менять, и менять ментальность, что ты, ты перед тобой преступник, который в тебя стреляет. Тогда ты стреляешь. Если ты задержал этого черного военного, мы знаем, этот видик гуляет в интернете, и двое полицейских над ними издеваются. Вот это не годится, ребята. Но если ты стреляешь в спину безоружного, вот это того, нужно... Если полицейские будут бояться того, что им будет хуже, потому Юра, что они так боятся, Юра. Черного, слава богу. Юра, они и боятся, потому что они, эта работа нужна не сахар, они боятся, что это черное может быть оружие. У нас в Нью-Йорке, Балтиморе, Чикаго, мы понимаем, полицейская работа, она сложная. Но здесь нужно людям первое внушать, что вы защищаете граждан каким-то образом. И второе, снять у присяжных этот барьер, что если полицейский, вы его оправдаете. Сегодня, к сожалению, в Америке, к сожалению, это опасаются сегодня многие, что Шовина могут, потому что полицейских из 10 9 оправдывают, даже при наличии подтверждения, что они убили человека, желая этого, понимаешь? Вот это проблема. Как она будет решаться, я, честно говоря, не знаю и очень опасаюсь того, что будет, все мы опасаемся, что будет у нас после оглашения приговора. И та, и другая сторона будет недовольна. И печально мне то, что многие белые, которые сочувствуют Шовину, жаль, они не понимают, что рано или поздно, и об этом говорит Кома, как бы намекает, что сегодня убили этого, а завтра могут убить и вашего белого сына. Потому что безнаказанность, она рождает вот такие вот конфликты. Слово Диме, то мы ему слова не дали. Я давно сижу с поднятой рукой. Да. Хорошо, хоть не с протянутой. Я бы хотел напомнить и нашим слушателям, и вам, друзья, два таких момента. Вы наверняка смотрели видео, когда два полицейских останавливают большой черный автомобиль, на котором, как их показалось, нет номеров. На самом деле там были временные номера. И вот они на основании того, что автомобиль якобы без номеров, готовы были застрелить водителя, которым оказался чернокожий офицер вооруженных сил Америки. То есть там угрозы, руки из окна, не двигайся, все такое прочее. Он сидит и он говорит, этот водитель, выйди из машины, кричат ему офицер. Он говорит, я боюсь, у него руки в окне. То есть он показывает, что нет плохих намерений. Он говорит, я боюсь, что вы меня пристрелите, я боюсь двигаться, потому что вы так агрессивно ведете себя по отношению ко мне. В ответ на это один из полицейских, если я не ошибаюсь, тоже чернокожий, брызгает многократно перцовым спреем в глаза человеку, который находится в очках, вот этому самому офицеру вооруженных сил Америки. То есть, что называется, бьет по больному. И потом этот человек, этот водитель этого черного внедорожника, он говорит, я ничего не вижу, я не могу видеть, мне больно. То есть это практически повторяла ситуацию с Флойдом, который говорил, я не могу дышать. Но того добили, того этот Шовин додушил. Этого, слава богу, не застрелили. И слава богу, что эти полицейские будут уволены и, безусловно, наказаны. Я думаю, иск от этого офицера вооруженных сил уже подан, и он получит тоже неплохую компенсацию. Это один момент. Второй момент. Если вы помните такой момент, когда несовершеннолетний поклонник Трампа приехал на какое-то очередное ралли и из автоматической винтовки убил, по-моему, троих человек. Вы помните эту ситуацию? Да, это в кино у нас в Висконсине. Мы об этом писали сейчас в Фейсбуке, я об этом давал свой комментарий недавно. Почему я вспомнил про второй этот момент? Потому что буквально недавно, если не ошибаюсь, вчера я читал заметку о том, что в оказании материальной помощи вот этого самого убийцы были задействованы или, по крайней мере, пойманы на том, что оказывали материальную помощь этому вот убийце сотрудники полиции. То есть вдумайтесь, сотрудники... Да, ты прав, они писали. ...оказывают материальную помощь убийце. И вот это тот важный момент, о котором Миша сказал, что надо как бы менять мировоззрение полицейских. И на этом моменте я бы хотел остановиться немножко подробнее. Почему? Потому что недавние выборы президента Соединенных Штатов Америки показали, что американское общество расколото почти напополам. В данном случае с небольшим перевесом победили демократы. То есть
надо говорить о том, что часть общества, которая разделяет трамповские взгляды, она составляет около половины населения, и, безусловно, в этой половине населения присутствуют любые категории жителей Соединенных Штатов Америки, в том числе и полицейские. Надо ли удивляться тому, что среди таких вот сторонников Трампа есть расисты? На мой взгляд, не стоит этому удивляться. Надо ли удивляться тому, что среди таких вот людей существуют люди, которые абсолютно не разделяют правовой подход к решению какой-то проблемы, а разделяют исключительно силовой подход к решению этой проблемы? Мне кажется, этому тоже не стоит удивляться. Что с этим надо делать? Надо, как правильно сказал Миша, менять мировоззрение. Надо более требовательно относиться к отбору, подбору этих самых полицейских кадров. Надо более тщательно их учить, как мне недавно сказали. Ну что ты хочешь? Их учат в полицейской академии полгода, а потом выпускают с пистолетом на улице городов. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но если такая проблема есть, и действительно люди после 26 лет работы в полиции путают пистолет с шокером, на мой взгляд, это выглядит как просто отговорка. Ой, я перепутал. Хотел взять молотком и гвоздь забить, а на самом деле взял нож и зарезал соседа. Я перепутал. Это отговорка. Что касается вот этих вот моментов, о которых я сказал, что надо менять мировоззрение, или Миша сказал, надо менять мировоззрение, но так это стоит вопрос о смене мировоззрения целой половины страны. Потому что кто-то на своем рабочем месте достает и пистолет, убивает чернокожего, или просто превышает пределы собственных полномочий. А кто-то ведет себя в подобной ситуации, не будучи обременен ношением табельного оружия, ведет себя, берет и джипом таранит автобус со сторонниками Байдена. Помните такую ситуацию тоже. Поэтому надо говорить о большем охвате вот этой проблемы всех. То есть надо менять мировоззрение не только у полицейских, но в целом у половины страны. Естественно, в лучшую сторону. Ну что ж, давай тогда... У меня еще одно замечание. Миша, тебе... У меня еще одна фраза. Подожди, а я что добавлю, что когда к власти, в отношении мировоззрения, когда к власти пришел Трамп, один из первых его указов, он запретил Министерству юстиции вмешиваться в дела полиции на места. Он запретил проводить расследование косяков полицейских. Герланд, который сейчас новый наш глава Минюста, он дал указание на то, чтобы он снял, Байден снял этот запрет и дал указание Герланду, чтобы Минюст проводил расследование типа вот таких вот случаев с Шовиным, чтобы не отстраняться от ситуации, которая на местах складывается. Если полицейские на местах совершили преступление, федеральная власть должна вмешаться, провести следствие и наказать виновных. То есть разные подходы. Вот вам подход Трампа. Полностью он убрал надзор над полицией, что бы вы ни делали. Это ваши, сами будете разбираться. Байден считает наоборот. Если есть нарушение на местах, Минюст должен вмешаться и вести следствие и наказать тех, кто совершил уголовное преступление. Даже если он в погонах, в форме и с погонами. Такое мое дополнение. Ну что ж, у полицейских сейчас профессиональный иммунитет, который это, возможно, одно из того, что они потеряют в результате их собственного поведения, это их профессиональный иммунитет. У меня была такая знакомая, которая работала диспетчером в компании водителей грузовиков. И там был один, который, значит, очень себя плохо вел, и в конце концов она на него доложила, и он работу потерял. Он на нее смотрел, говорил, вот ты мне это сделал. Она говорит, нет, ты сам себе это сделал. Так что вот полицейские сами себе вот такое сейчас накручивают ситуацию, поэтому как она разрешится, есть много желающих, по крайней мере, мы об этом говорим. Мы не считаем, что это нормально, потому что та проблема, которую мы наблюдаем в России, это когда очень много плохих вещей, люди считают, ну это нормально, так, коррупция. Когда мы нормализируем вещи, то мы говорим, что они имеют право на существование. Полицейское насилие не имеет права на существование. Мы будем с этим бороться в Соединенных Штатах каждый день. Друзья, я думаю, что осталось много тем, но я думаю, что мы не успеем всех их достаточно осветить. Поэтому я хотел просто дать вам заключительное слово, возможность сказать что-либо, что для вас важно, перед тем, как мы опорожним эту бутыль на троих. Дима? У меня болит ситуация с Украиной. То есть конфликт этот продолжается, и то, что он пока еще не перерос в очень такую страшную фазу, и боевые действия не разрослись до масштабов какой-то мировой войны,
это пока меня как бы немножко успокаивает, но на самом деле этот вопрос у меня болит. Вторым, наверное, моментом я бы отметил вот ситуацию с Навальным. То есть то, о чем мы говорили. Третья ситуация в Америке. Я благодарен Байдену, что за относительно короткий период своего президентства он сделал так много уже, потому что поломать, разбить тарелку – это вопрос одной секунды. А вот склеить ее или потом купить новый сервис – это гораздо сложнее и занимает больше времени, сил, средств и так далее. Поэтому ликвидировать последствия трамповского президентства предстоит команде Байдена достаточно долго. И если, как я говорил, она сделает какие-то такие весьма показательные, можно сказать, даже вот ту же самую инфраструктурную революцию или какие-то такие вот очень мощные показательные акции, что это в какой-то степени сможет все американское общество в целом повернуть от трампизма на более какие-то благоприятные рельсы, это, конечно, будет очень здорово. И это третий вопрос, который меня как бы вот волнует постоянно. Но я бы хотел напомнить нашим слушателям, что за окном весна, близится лето, солнышко с каждым днем становится все теплее, как и океан, поэтому хочется пожелать всем только мира, добра, улыбок, хорошей погоды. Вот все. Замечательно. Миша, ты тоже хочешь пожелать всем хорошей погоды и улыбок? Это обязательно. И я хочу, чтобы эту хорошую погоду все-таки не нарушили события, которые нас потрясли летом прошлого года. Было тепло и было довольно-таки тревожно. А для кого-то было даже очень страшно, напугало. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вердикт, который будет вынесен в ближайшее время полицейскому Шовину, был справедливый. И чтобы этот вердикт был все-таки принят в соответствии с законом. Чтобы я не могу давить на присяжных. Я хотел бы, чтобы человек, который совершает убийство, должен быть наказан. Общество нормально восприняло бы этот вердикт, и чтобы у нас опять не повторилась ситуация прошлого года, потому как кто-то может быть недоволен тем, что его осудили вообще, а кто-то, что ему дали мягкое наказание. Понимаешь, это очень важно. Америка в прошлом году пережила большой шок, и очень многие люди оказались под влиянием этого шока. Оно многих подтолкнуло к заинтересованности в политике. Я знаю, что это было видно по Facebook, как столько людей стали интересоваться политикой после событий прошлого года. Я бы просто не хотел бы, вот еще раз, повторение этой бакханалии с обеих сторон, потому что, как бы повторяю, какой бы ни был бы приговор, масса американцев его не примет. Но я бы хотел бы от себя, чтобы все-таки они, даже не приняв этот приговор, их эмоции через край не перелились, что у нас опять не было этой ситуации. Эта ситуация, я вам скажу, очень-очень и очень используется, эксплуатируется там, где арестовали Юрия. Только не Рашкина. Не Рашкина, а Занковича. Юрия Занковича, потому что Занкович, если вы бы посмотрели бы российские телеканалы, они до сих пор, спустя год, постоянно их корреспонденты в Америке, они делают только акцент, когда они об этих событиях рассказывают, они только показывают, как магазины штурмовали. У них только на устах эта фраза. Они постоянно, это чисто российская линия российских ТВ, центральных каналов, они постоянно будируют, что черные ставят на колени белых, что Америка поддается на давлению нас, меньшинств. Хотя на самом деле преклонение колена – это символ борьбы за гражданские права. И вот сегодняшний, что тут прав Дима, потому как, скорее всего, они, конечно, пытаются вести дезорганизацию через интернет, через социальные сети, это точно. И самое мне неприятно, что российское телевидение, которое вот сейчас перед 9 мая, они вот так, наша победа над нацизмом, над расизмом, а сами телеканалы внушают россиянам, что в Америке вакханалия черных, испанцев, что мы и Россия, это форпост белого мира. Понимаете, это постоянно проводится, что там черные сошли с ума, и они наказывают, что белые чуть ли не бесправны, а правит миром черный Флойд, понимаете, в Америке. Во всем мире. Это постоянно навязывается, что в Америке только это. То, что в Америке есть неонацизм, это не слово.
что в Америке есть эти вот шагающие евреи нас. Нет, это ерунда. Это вообще есть только черные. Только черные, которые мир... И вот у нас в Америке то же самое говорят, может быть. У нас тоже могут подняться. Это вот идея, что вроде бы российские телеканалы, зачем они постоянно внушают людям, что в Америке бесправные белые, а черные поднялись над... Значит, дракон черный, он все... На самом деле это же не так. Людям этот расизм постоянно вбивается в голову. И не случайно, когда шагали по Шерлоксвиллу белые нации, они кричали: «Евреи нас не заменят, Россия и Путин правы». Не случайно же на юге среди американских неонацистов Путин и Дугин, его, это очень популярные люди. Понимаете, они Путина поднимают. Почему американские нации так любят Путина? Ну, объясните, почему? Потому что для них это символ белого мира, господствующего мира, белый диктатор, который взял в руки власть и давит всех нацистов. Это их идея, понимаете? И вот это мне бы очень бы, конечно, бы хотелось, понимаете, чтобы, повторяю, этот приговор был бы нормально воспринят, который будет вердикт, не приговор, вердикт, который мы вскоре услышим в отношении Шовина. Очень бы не хотелось повторения прошлого лета, чтобы наше лето, наши теплые дети не были испорчены опять этой вакханалией, которая может... И тут Дима может прав, а может быть и такое, что опять ведь подстегнут. Какой бы ни был вердикт, а начнут опять будировать американские мозги, всякие пригожинные компании, которые сейчас сильно обиделись, что им ввели санкции. Хотя тот вред, который Пригожин и Путин нанесли Америке, он же не только как вторжение выборов. Это идейно то, что они творили, вдавливая в головы американцев эти вот страшные мысли, заставляя их выходить на улицы. Это все же есть. Это есть гибридная война. Но это же тема наших разговоров на других передачах. Что успеем начать поговорить? У меня на сегодня все. Друзья, вы смотрели и слушали Рашкин Репорт. У микрофона был Юрий Рашкин. И это была программа «На троих». «На троих» означает главный редактор газеты «Русская реклама» Михаил Трипольский, Юрий Рашкин и Дмитрий Сорокин. Спасибо всем, кто смотрел, подписывается. Спасибо всем за репосты. И присоединяйтесь на следующей неделе. Я подозреваю, что разговор будет интересным. Что ж, друзья, до новых встреч.